наверное, это дань трендам. Раньше на месте термы Тортуга были сауны. Сауны себя изжили как проект. И была необходимость сделать что-то этакое на месте бывших саун. Так как термы в современной России завоевывают, скажем так, пространство, было принято решение именно термы построить. Уникальность, да, данного проекта, она заключается в том, что это комплекс, который вырос вообще посреди жилого района, жилого массива. Нас окружают 9-этажки. С одной стороны садик, с другой стороны школа. Мы как такая некая жемчужина жилого массива в Ленинском районе. В поисках неких интересных, нестандартных решений для нашего комплекса мы серфили в интернете и увидели работу компании Pagomax. По-моему, это был ресторан, по стенам которого плыли совершенно потрясающие киты. Это было проекционное видео с китами. Как-то у всех сразу же сложилось мнение, что это именно то, что нам нужно. Вот эти вот все проекционные дизайны, да, это иммерсивные все вот эти проекты, я действительно считаю, что за этим будущее, потому что, допустим, если посмотреть на мировую практику, на рестораны в Дубае, на рестораны в Москве, на вот эти вот совершенно сумасшедшие подсветки Эрмитажа в Санкт-Петербурге, это все совершенно потрясающие световые шоу, и это сейчас, наверное, единственное, что вызывает настоящий вау-эффект, прям вот настоящий вау-эффект, и люди об этом говорят, и люди хотят быть причастны к этому, хотят к этому прикоснуться, хотят в этом поучаствовать. Цель, наверное, была прежде всего придать изюминку нашему комплексу, потому что мы понимаем, что вокруг жилое пространство, нет берез, нет каких-то достопримечательностей, да, которые бы привлекали сюда народ. Мы посчитали, что именно вот это проекционное пространство, оно сможет стать изюминкой нашего комплекса, безусловно, привлечет дополнительный трафик, создаст дополнительный интерес, некий ажиотаж. Наша новая спа-зона объединяет в себе непосредственно саму спа-зону с джакузи, аэро- и гидромассаж, а на стенах мы проецируем роскошные 3D-проекции. Значит, как это все происходит? Это 6 проекторов, которые подвешены под потолком. Они соединены в единую картинку, которая, собственно, и проецирует объемную картинку на наши 3 стены. Изюминка. Все-таки у нас сидят люди в джакузи по обеим сторонам. То есть на правой стороне у нас проецируется объемная картинка. Левую сторону мы от пола до потолка зашили зеркалами. То есть люди, которые сидят спиной к картинке, которая проецируется на стену, видят в зеркалах то, что, собственно, происходит у них за спиной. Ну, прежде всего, у нас зона повышенной влажности, и вообще были опасения о том, как будут себя вести дорогостоящее оборудование. Так как у нас в комплексе и дети, и взрослые, было очень важно расположить проекторы так, чтобы они не соприкасались с глазом наших, с глазами наших гостей. Когда все эти детали были проговорены, мы нашли решение общее, которое бы нас всех устроило. И, собственно, приступили уже к реализации проекта. Все сделали так, как надо, поэтому наша спа-зона на 100% безопасна и соответствует всем санитарным стандартам, характеристикам. Две недели, да, вот как мы работаем. Люди пишут, люди о нас узнают. Работает сарафанка, то есть, ну, кто-то увидел, кто-то пришел, кому-то рассказал. Ну, уже такая волна пошла. Мы прям это чувствуем, то есть, по городу. Кстати, да, почему-то люди думают, что если мы такую фантастическую зону открыли, то это должно стоить дополнительных денег. Люди очень часто пишут, звонят, спрашивают, отдельно оплачивается. Нет, отдельно не оплачивается. Люди покупают билет на входе, и иммерсивная спа-зона доступно к посещению. Ребята молодцы, нас полностью вели, то есть от первого звонка до этапа, когда мы начали шеф-монтаж. На этапе реализации проекта действительно была возможность обратиться к разным подрядчикам, но для нас
для нашей компании очень важны такие составляющие, как порядочность и надежность. Компания Pagomax одна из немногих, которая полностью удовлетворяет эти потребности, и, собственно, поэтому выбор пал именно на компанию Pagomax. Вы большие молодцы, и мы со своей стороны тоже очень рады, что у нас была такая уникальная возможность прикоснуться к миру иммерсивного интерактивного видео. Мы считаем, что за этим будущее.